Еврокоптера могу. Ну, если нафармим столько очков, потому что это не советский вертолет, задешево, и у него очень большая, высокая цена на вылет. Эпицентр нормальная карта, жаль, что только ночная версия, но это единственная карта, на которой я так или иначе играю, потому что там дневной версии там нету. Хочешь, не хочешь, будешь играть. 87 лайков. Ну давайте, кто не прожал, милости просим. Вообще, по идее, я должен был ехать вот сюда. Но поскольку просили Еврокоптер, я буду брать точку. Победа против нас. Сейчас надо быть осторожным в плане вертолета. А то не знаешь, блин, откуда они высунутся. Стоямба. Что? Это моя цель была. Ну, на очки на вертолет уже нафармили. Но сейчас, как только меня вынесут, сразу возьму вертолет. Но я надеюсь, что меня вынесут. Ну вот, началось. Где эта хрень, блин? Вертолетная. На, помощь дали только. Каританул, блин, дали помощь. Да вон он. А, сейчас снимет его. Ну, дебил, ну, дебил. Дебил, не дебил, снял, блин, но... Вот тут. Ну, жаль, конечно, жаль так подыхать. А как они мне взад попадают? Это здание простреливается, разве? Значит, они стреляют вот отсюда. Ну все, я на штурм. Мне стоять противопоказано, ребят. Мне стоять реально противопоказано. О, привет. Там никого не вижу. Там, по-моему, никого и нету. Поцарапал краску, называется. Ой. Не, ну тут надо. Так, а куда мне. А куда мне ехать, чтобы навалять этим пацанам там? Ну давай, я еду, все, поливать.
потому что они не ожидают. Но сейчас, может быть, кто-то там, блин, решил вот так вот сыграть. Огонь, артиллерия. Видят, походу, меня. Вон там сидит кто-то. Сейчас могут меня вот отсюда забрать. Даже тут никого нету. Ну тут вот, я не знаю, кто это, но я попру прям на него. Агрессивно. Вот так. Ай, черт, у меня ППО нету. Ладно, все. Я же брал эту... Я брал этот сетап, чтобы показать еврокоптера. Ребят, давайте покажу еврокоптера. Ах, ты уже пофигу. Пятеру набил. Не скрысил, а именно набил. Но там самолет есть. Вот это уже хреново. Где-то там есть самолет. Вот он. У меня самые чмошные в мире фингеры. Никого в мире не убьют. Все, валим. Валим, валим, валим к черту. Я же говорю... О! А, блин, это парс. Я думал, это попадание по самолету было. Вот там... Ах ты ж хрен, вонючий. Ну, я... Ну, я уже парсы кидаю на них. Потому что, как бы, без вариантов. Наконец-то. Я их не вижу. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Лазерное облучение. Знаете что? Это советский вертолет по мне целится. А я и самолет не вижу. Ну, пускай целится. Я буду... партизанить тут. Блин, где они? Вот он. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот челик. Ну нет, тут... еврокоптер, парса, это, конечно, хорошо, но у него ничего нету, чтобы... ну, противодействовать вражеской авиации. Вот как в предыдущем бою на полковом Апаче. Как в предыдущем бою на полковом Апаче сбил... самолет, ну, немец так не сможет никогда в жизни. А где-то вот тут он. Давай, перезаряжайся быстро. Все. Что вы делаете, ребят? Реально, что вы делаете?
Зачем все эти маневры, я не знаю. Все, снят. Ой, блин, сколько там воздушных целей. Вот там вертолет там. Где-то там сидит, блин. А кого он оттуда видит? Все, снят. 9 фрагов. Ну, дурдом, конечно, просто с этим. С этим делом просто. Что там летит? Их на поле столько же, сколько нас. Но эти ребята играть не хотят. Кто-то появился. Кто-то появился, и этот кто-то явно не хочет играть. Нормально, да? Вертолет. А как он играет-то оттуда? Не-не, там никого нету, не старайся. Вон он. Ну и 10-й фраг. 117. Я не знаю, засчитали или не засчитали 10-й фраг. Но дело от этого не меняется. Десяточку набили. Вот и все. С1 ехать не навалять. Ну вот видишь, я не поехал на С1, но в принципе навалял. Насколько позволила советская имба-авиация в конце боя. Сами видели, что там происходит насчет этой. Ну давайте еще раз попробую показать вам парсы. Каптер Амира, спасибо большое. Роман, у меня ИСа 6 нету. Могу, но вы не поиграть. Ну, с покупкой. С покупкой, Егор. Ну, ноут, если честно. Ноут все же не для игры, ноут для работы. Ну, тут у меня есть безбашенная такая вот идея на ПТшке. Неделю мониторил билеты отеля. Сочи затоплено. Билеты отеля, ни одного сообщения. Ну, не весь же Сочи. Да едь тоже все равно купил. Едь там, откачают воду. Не волнуйся. О, Рамазан против меня играл. Да ладно, блин. Значит, на повторе посмотрю. Ну, скажи, я жутковато играю. Прям злой такой. Едет вольно... Ехал там, навалял всем. Блин, жаль, только с еврокоптера не дали нормально отыграть. Опа. Опа. Блин, не вижу этих ребят. Ну вот что делает отсутствие теплака, ребят. Нифига не вижу. Отсутствие теплака меня
Убивает просто. Отсутствие теплака меня убивает. Взял танк 9-7, навалял всем 11-0, там 3 фрага. Столько еще моя целая команда еще столько фрагов не сделала, сколько... А они сливаются просто тупо. И снова сливаются. Этот не для нас, походу. Этот для нас. Сейчас быстро, блин, набрать высоту. Всем этим ребятам сейчас тут навалить. А этот куда, блин, лететь? Ну я кину, не буду скупиться на парсы, я скину на него. Не понял, куда его парс делся. А вот так работает парс. Все, валим. Вылетел, расхреначил всех, пока вражеских самолетов нету. Блин, попадание в ствол, просто точно в ствол. 8-й фраг, у меня целая команда 5 фрагов сделала пока. Я уже 8. Вот так надо, по-быстрому. Поэтому я не взял леопарды 2А6, А5, всех этих динозавриков. Блин, только не забирайте меня, ребят, сейчас по-быстрому. Посмотри просто, второе место 1 фраг, и я в первом месте 8 фрагов уже. А, дождь топит. Ну, блин, не знаю. Так, а где эти ребята все? Куда их вертолет делся? А, грохнулся. Аварийная посадка у их вертолета случилась. Парсик. Ну, парсик, давай, 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 дорогой, давай, давай. Еще один. Я скупаться на. Давай, 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 наваляй всем там. Просто дождь, дождь просто парсов. Ну, еще. Вон там вижу. Челика. Сейчас БМПшку заберет. Все. Не, а, все, забрал. 11 фрагов уже наваляли. В общем, единолично выигрываем бой. Поливать на всех. Кто там играет, кто там не играет. А вот с этим пока что проблемки. Ну, вот видите, деревья мешают парсу. 12 фраг будет. 12 фраг есть. Ха-ха, промазал, блин. Ой, промазал. Ой, промазал. Ой, промазал. Вау, промазал. Блин, как у них там бомбит сейчас от меня. 12 фрагов уже просто единолично уничтожаю всю вражескую команду. Да плевать, блин, на все ваши птурики. Я сейчас выйду, блин, обод высуну просто, парсик кину и все. Угас на фул. Да пожалуйста. Я просто на немцах не играю, потому что я на немцах сделал, наверное, уже все. Там ничего нету, чтобы я не сделал на немцев. Все. А, не-не, все. Ну, теперь все. Какой нахрен крит? Вы чё, блин, какой нахрен крит?
Рамазан, блин, ты рамазанище. Ребят, против меня играет, ну, Рамазан против меня играет. Вот почему меня сбили. 14 фрагов, Рамазан. Ой, блин. Я просто не понимаю. Вот поделись вот впечатлением. Как, вот как, какое чувство, когда играешь против меня и видишь, что в чате я одних просто БП валит там всех в чате. Вот какое вот чувство, когда видишь, что НЗП. Молодцом, 6 фрагов набил, красавчик. Вижу одну цель. Не-не-не, не забирайте его, пожалуйста. Не понял. Блин, я на ОРВВшках. Ё-моё, как я ступил. Ребят, я все. Я балван. Я балбес, я опозорился. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ну нет, это без вариантов сейчас. Ой, господи. Блин, как я не посмотрел на свои подвесы, а? Жаль, 14 фрагов всего. Всего лишь, я даже сказал бы. Ну, все, я вроде все сделал в этом бою. Мне можно. Ну ты вместо того, чтобы играть за меня, играешь против меня. Как ты хочешь, чтобы игра пошла? Видишь, я набиваю 14 фрагов и туплю. Блин, взял миг на УРВВ, прикинь. Я не посмотрел, что я там подвесы менял. Дебил просто. Не, ну у меня лучший бой вот 14 фрагов был. Если бы не затупил и не взял бы самолет на УРВВ, то, скорее всего, думаю, на 16. Там явно 2 фрага я видел, но, увы и ах, ничего не мог сделать. На УРВВ я не могу убить наземку. Поэтому только 14 всего лишь. Так, стоп. А, вот так, все. Не, ну Рамазан, ты реально классно играешь. Ах ты жучара. А, ну все, мы в команде. Все, блин. Решил взять немцев. Красавчик. Я на этой карте реально отвратительно играю, так что сейчас вся надежда на тебя. О! Изуродовал просто. Не, ну тут не пройдет, дружище. Тут такие фокусы не пройдут.
что он там делает. Вау, Black Knight. Еще там кто-то. Нет, Challenger 2F. Обыкновенный. Опа, тунгусня вот тут стоит. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, как опасно выходил на него. Отжучь его. Ай-я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 й
Да. Нет, тут, тут карта не для парсов. Тут карта явно не для парсов. F5E. Ну давай. Но на Мавериках можно. Блин, ну знал бы, если то, что ты хочешь на немцах, сыграли бы в отряде. В таком нормальном отряде. Давай сюда, Арту. А там уже свалка просто. Слушай, Рамазан, можешь вот этот коридор подчистить, я проеду. А где он там? Где там товарищ Рамазан летает? А вот вижу. Ой-о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 й. Там два вертолета. Блин. Рамазан, там два вертолета. Плюс еще один где-то вот тут. Летит, я его вообще не вижу. Но я говорил, что я на этой карте прям очень плохо играю. Его сбили, да. Ох ты ж, блин. Что это там было? По-моему, это СТРВ. На точке вот прям это вот фигня СТРВ. Что, сняли его что ли? Я ни хрена не вижу тут. Вылезет на меня. Ах ты, крыса недоделанная. Так, сбрасываю точку. Ну все, он там Рамазанище там убивает всех. Вертолетов нет. Ну да, но, ой, блин, ну вот это, о чем я говорю, я ж танки, я ж карту не знаю, блин, я думал тут выход есть.
Оказалось, ни хрена подобного. Едет. Кто, блин, едет, не знаю, но он едет. Прям на меня. Не, я снял, я снял. Если там еще кто-то есть, то прям так и намекните. Вот, мол, там еще кто-то есть. Прощай. Давай, 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 давай. Ой, красавец, ой, красавец. Сколько? 6. Где там Рамазан? М1 Абрамс. Что-то очень быстро едет. Опа. Это очень быстро, но очень глупо едет. 8. Тут, по-моему, все уже, Рамазан. Тут реально, по-моему, уже все. Пару тунгусок осталось, скорее всего. Умка, привет, дорогой. Есть такое, но я пока играю. А это самый неудачный бой сегодня на немцах, всего 8 фрагов. Опа. Девятка. Девятку под конец делал. Ай. Это, блин, ну если тайм 10 с 4 секундной перезарядкой, это будет прям... Ищ противнику. В общем, 4 боя на немцах, 4 победы. Самый плохой результат. Тут 9 фрагов, 1 бой 10 фрагов, еще 1 бой 10 фрагов и 4 бой 14 фрагов. Да. Вот так. И все победы.